герой с трофеями из Сирии добрался до Барнаула. Какой эффект он произвел? Как не попасть на удочку мошенникам? В Барнауле неизвестные навязывают жителям дорогие электросчетчики. Ей хватает и 4 часов сна. Что более вредно, недосып или очень продолжительное пребывание в постели. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Сотни горожан, десятки журналистов наблюдали сегодня, как через краевую столицу промчался уже небезызвестный поезд «Сирийский перелом». Настоящий поезд, начиненный оружием исламских боевиков. После спецоперации на Востоке теперь все это трофеи российской армии. Эффект от прибытия поезда в краевую столицу очевиден. Желающих служить по контракту барнаульцев стало больше почти на 200 за один день. Анастасия Дороган с подробностями. По стойке смирно на первой платформе военные и гражданские с одинаковым нетерпением встречали важный состав. Ни пассажирский, ни грузовой, а поезд победы российского оружия над оружием боевиков в Сирии. Трофеи на платформах. Один из самых мощных экспонатов – Байковый минный трал. Грубо говоря, это трактор, который проделывает проходы по минным полям. Обезвреживает вот этот барабан, обмотанный цепью. Цепь ударяет о грунт, одни мины взрываются, другие отлетают. Говорят, что боевики даже пытались изнутри взорвать этот броневик, чтобы он не попал в руки российским офицерам. Как эта техника из Великобритании попала в Сирию, неизвестно, но там прошла модернизацию, как и все, что здесь представлено. Обычный ленд-крузер, джип, ВГИЛ – это непробиваемые машины террористов-самоубийц. Другие в листах брони, очумелые ручки со смертельным прицелом. Беспилотники похожи на поделки из уроков труда. Каркас из алюминия, фанера, пенопласт. Довольно легкие, поднимаются всего на несколько сотен метров. Но каждая такая самодельная птичка приносит по 4 авиационные бомбы, каждая радиусом поражения до 50 метров. Это наталкивает мысль вас какую, что люди имеют специальное профессиональное образование или как минимум есть хорошо обученные инструктора. Высокопрофессионально обученные мобильные отряды ИГИЛцев противостоят сирийской армии. На самом деле противник очень подготовленный, гнусен и коварен. Здесь зрители и понимали, насколько страшно недооценивать современного врага. Даже отравляющие вещества варили на колесах. Экспозиция очень интересная. Там показывалась установка, которую нашли в подвале города Дума, с помощью которой террористы химическое оружие изготавливали. И если одних удивляла изобретательность боевиков, других такой шок-поезд отрезвлял. Горжусь за свою армию, за свою страну. Молодых парней, которых было большинство, восторг мог ударить прямо в цель. На выходе их ждал мобильный комплекс для призыва контрактников. С какой целью? Чтобы в те массы потенциального кандидата найти непосредственно на местности. Деды, отцы защищали. Получается, сейчас это поколение. Дальше мы тоже отдаем долг стране. За полдня здесь побывало 600 мужчин. 150 уже прошли первичный отбор. И это, пожалуй, главный эффект такой акции российской армии. До 9 мая поезд «Сибирский перелом» остановится во всех крупных городах страны. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Совсем скоро разрешат расчехлить охотничье ружье. Весенний сезон охоты в Алтайском крае откроется 7 апреля. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко. Однако в этом году охотиться можно будет не на всех разрешенных территориях одновременно. Их разделили на две части, чтобы сохранить поголовье серого гуся. Он гнездуется в некоторых районах края, и на момент прилета пернатых охота там будет закрыта. С 7 апреля разрешено стрелять только на проходящую птицу, а с 26 числа этого же месяца можно охотиться будет на селезня. Напомним, что за незаконную добычу пернатой дичи грозит административное наказание – штраф до 4000 рублей. Заплатить придется и за каждую убитую птицу в отдельности. Подробная информация, в каких районах и когда можно охотиться, есть на сайте Министерства природы. Ну а если охотничий сезон начнется меньше, чем через месяц, то появление новой визитной карточки города придется подождать еще полгода. Это я о Дворце зрелища спорта. Глобальная реконструкция уже стартовала. Об этом заявил новый владелец здания, известный бизнесмен Михаил Дроздов на встрече с журналистами. Он также рассказал, как преобразится главная ледовая арена края, которую, напомню, закрыли надзорные органы 7 месяцев назад за многочисленные нарушения пожарной безопасности. Подробности в репортаже Валентины Аскеровой.
Возобновится целая история. Дворец зрелищ и спорта, который на протяжении полувека не видел капитального ремонта, наконец дождался реконструкции. Его новый владелец, бизнесмен Михаил Дроздов, который приобрел объект в конце февраля у Крайсовпрофа, решил дать ему вторую жизнь. И здесь уже полным ходом идут ремонтные работы. Как видим, рабочие уже убрали бортики арены и начали демонтаж сидений на трибунах. Причем все это не пропадает зря, а передается в хоккейные коробки и районные ДК. В ближайшее время здесь уберут деревянные перекрытия, которые больше всего вызывали нарекания со стороны надзорных органов, и установят новые безопасные. Новый фасад, трибуны с мягкими сиденьями, свет, звук, а еще современная ледовая арена. Все преобразования барнаульцы увидят уже в октябре, когда завершатся ремонтные работы. Здесь продолжат гонять шайбу юные хоккеисты, причем главную команду края ждет сюрприз. Раньше один час занятий на этом льду обходился для главной хоккейной команды края Алтай в 12 тысяч рублей. Деньги выделялись из бюджета края. Теперь предполагается, что профессиональная команда будет заниматься здесь совершенно бесплатно, на совершенно новом льду. Ярмарки, выставки, концерты и другие зрелищные мероприятия тоже будут проводиться, поскольку они востребованы населением. Кроме того, в планах у нового собственника сделать так, чтобы дворец приносил хороший доход. Там же много что можно туда докачать в него. То есть там и фитнес можно правильно организовать, зону ресторанов, там новую, там и гостиничную часть. Кстати, лидер алтайских профсоюзов Иван Панов, который на протяжении многих лет курировал дворец, пояснил, почему дворец ушел именно в частные руки, а не в краевую собственность, как предполагалось ранее. Основной вопрос, наверное, это сумма, да, сумма сделки. То есть нас та сумма не устроила, поэтому мы начали искать другие варианты. То есть, ну, губернатор, так скажем, спокойно отреагировал на это. Кстати, дворец преобразится не только внутри, но и снаружи. Пока неизвестно, в каком стиле и цвете. Сейчас Михаил Дроздов согласовывает с архитектурным сообществом края внешний облик объекта. А хоккеисты, вынужденные тренироваться на другой ледовой площадке, с нетерпением ждут возвращения в родные стены, чтобы открыть новый хоккейный сезон уже у себя дома. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости. У себя дома открыли двери и впустили мошенников. В Барнауле появились люди, которые навязывают дорогие электросчетчики по невыгодным тарифам. Они представляются сотрудниками горэлектросети, хотя на самом деле ими не являются. За неделю зафиксировано более 10 случаев обмана. В самой горэлектросети бьют тревогу и просят не впускать домой сомнительных энергетиков. Эти деньги мне дети подарили на 8 марта. У меня день рождения было, подарили. Думала, что-то купить себе. Вот так вот получилось. Любовь Радина только отошла от слез. Последние 6 тысяч рублей она отдала за электросчетчик, который ей навязали мошенники. Лжеэнергетики на днях пришли домой к бабушке, представились сотрудниками горэлектросети. Убедили, что старый счетчик надо менять. Пенсионерка подписала все бумаги, отдала деньги. Некий парень Радомир быстро установил новый прибор. Я пошла когда сюда на энтузиаста оформлять этот счетчик. Я пришла, мне там эта женщина отругала. Она говорит, а вы знаете, говорит, кому вы отдали деньги? Вы, говорит, даже не позвонили, хотя бы к нам вы, говорит, позвонили. Ну и все. Я уже вот тут-то и все, у меня-то все и заколохалось. Такая сделка незаконна, сообщили нам в горэлектросети. К тому же стоимость счетчика мошенники завысили в несколько раз. За последнюю неделю в Барнауле зафиксировано более 10 таких же случаев обмана. Среди жертв энергетиков не только доверчивые пенсионеры. Теперь поймать за руку Радомира и его напарников будет трудно. Даже в договорах с клиентами они оставляют разные адреса своей организации. Мы решили заехать на указанный адрес Максима Горького 1. Удивительно, но здесь находится только шиномонтаж. Этот шараж-монтаж мы не смогли найти по адресу Максима Горького 21. В здании 25 организаций ни одна из них не занимается установкой приборов учета. В горэлектросети сейчас очень обеспокоены ситуацией. Сотрудники предупреждают своих абонентов, что энергетики проводят замену и установку счетчиков только по предварительной заявке от собственников жилых помещений. Тем же, кого мошенники уже поставили на счетчик, скорее всего, придется установить другой прибор учета или заплатить штраф. Сейчас к этим лицам будут применены штрафные санкции, составлены акты нарушений. Это расценивается как самовольная замена прибора учета. Потребитель, имеющий намерение демонтировать прибор учета, должен обратиться в одну из организаций. Это либо к гарантирующему поставщику, либо в сетевую организацию. Руководство горэлектросети ожидает, что в ближайшие дни сообщения о новых жертвах Радомира и других энергетиков еще продолжат поступать. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости.
В общем, пусть история, когда вы стали жертвой мошенников, если и случится с вами, то только во сне. Кстати, врачи утверждают, что сны видят абсолютно все люди, независимо от возраста. Главное – вообще уснуть. Сегодня во Всемирный день сна мы решили узнать, сколько по времени нужно спать, чтобы высыпаться и быть здоровым. И что более вредно – спать по 3 часа в сутки или по 15? Передаю слово Дарье Эйдемиллер. В среднем 25 лет своей жизни человек проводит во сне. Врачи утверждают, что 8 часов вполне достаточно для того, чтобы высыпаться и чувствовать себя здоровым. Но есть люди, которые в своих мягких постельках проводят гораздо меньше времени. И сегодня мы расскажем вам об одной из них. Нашу героиню зовут Юлия Варламова. Она спит по 4 часа в сутки и много работает. Юлия занимает должность директора маркетингового отдела в одной из барнаульских компаний. Лен, ты отправила поставщику логотип? Да. Просили они в чем? Встает Юлия в 4 утра, ложится около полуночи. Такой образ жизни она ведет уже 5-й год. Все началось, когда семье пришлось переехать жить за город. Юле надо было рано вставать, чтобы отвезти дочку в детский сад и добраться до работы. Теперь быть ранней пташкой вошло в привычку. У меня рецептов нет, это просто где-то в голове, наверное. То есть я себе дала установку, что мне нравится так вставать, что я могу легко вставать, и я не хочу спать. Врачи утверждают, что в среднем человеку необходимо 8 часов сна в сутки. Причем самый ценный сон – это сон до полуночи. Но существуют люди, которым, чтобы выспаться, достаточно и меньшего времени, как, впрочем, и те, кому, наоборот, необходимо спать дольше. Кстати, проводить во сне намного больше 8 часов так же вредно, как и не высыпаться. Это начнется сказываться на психоэмоциональном состоянии. То есть это повышенная раздражительность, это снижение работоспособности, это какие-то вот все болит, ничего не помогает. Существуют также серьезные расстройства сна. Например, в Алтайском крае чаще всего жалуются на нарушение дыхания во сне и неспособность уснуть. Первое связано с храпом. Из-за него люди могут не дышать до 4 часов за ночь. Второе же чаще всего с психологическим состоянием. Мешают ли спать дурные мысли барнаульцам? С таким вопросом мы вышли на улицу. Вы высыпаетесь? Да, вполне. Сколько часов в сутки вы тратите на сон? 8. В основном нет. Это с чем связано? Работа, учеба. Как много времени в сутки вы на сон тратите? 5-6 часов. Нет. Как много времени в сутки вы на сон тратите? Ночью сплю часа 4 и еще плюс днем часа 2. С чем связано то, что вы не высыпаетесь? Я учусь в медицинском. Нам удалось выяснить, что высыпается человек или нет, напрямую зависит от его возраста. В целом барнаульцы – бодрые люди и спят в разное время суток. Поэтому неважно, жаворонок вы или сова, главное – высыпаться. Дарья Эйдемиллер, Николай Шелко, Андрей Печоркин. Наши новости. А вот, кстати, чему сейчас все возрасты покорны, так это интернету. Молодость, онлайн-аудитория – уже ошибочный стереотип. Да, и сам интернет добрался до зрелого возраста 30 лет назад. Британский ученый Тим Бёрнс-Ли представил концепцию новой системы обмена информацией. Через год с небольшим ко всемирной сети подключился и Алтайский край. Как все начиналось, знает тоже уже зрелого возраста человек Илья Кочетков. «Мы и не знали, что на наших глазах творится история», — говорит Евгений Боровцов. В начале 90-х годов, теперь уже прошлого века, он был сотрудником кафедры микро-ЭВМ Политехнического института, ныне Технического университета. Именно в этих стенах интернет впервые появился в Алтайском крае. Причем наступление сетевой эпохи совпало с другим судьбоносным событием — московским путчем 1991 года, за которым последовал развал Советского Союза. «Единственным способом получения достоверных новостей была как раз сеть. То есть мы из новостей выуживали, распечатывали и распространяли по вузу, вот что творится в Москве в этот момент. Вот как раз в этот момент у нас подключение уже было на самом деле. То есть вот по этим каналам слабым, но тем не менее их было вполне достаточно для доступа к новостным лентам». Тогда же стали появляться первые интернет-сайты. Вот этот, к примеру, сделали политеховцы, очень скромный по сегодняшним меркам. Тогда он казался шедевром веб-дизайна. Но самый первый сайт в Алтайском крае и пятый по счету в России был создан сотрудниками другого вуза, классического, в 1994 году. В интернете хранится его частичная без картинок копия. Здесь же, в Алтайском госуниверситете, в 1997 году интернет стал достоянием для рядовых жителей Алтайского края. Появился интернет-центр. Класс открытого доступа, куда все желающие, в основном молодые люди, приходили, могли пользоваться, что-то поискать в интернете. И это было достаточно интересно, и молодежь с удовольствием. Здесь стояли очереди, записывались с утра, и мест не хватало.
Тех классов и тем более компьютеров уже, конечно, не существует, но вот такой антикварный ноутбук поможет нам оживить прошлое. Я тогда увлекался творчеством писателя Стивена Кинга и решил первым делом зайти на его сайт. И то, что ради меня из Америки через космос загружается прямо сюда сайт, произвело настоящую революцию в моей голове. И не только в моей. В последующие за этим годы интернет повлиял и на образ жизни, и на мышление практически всего человечества. Многим сегодня сложно представить свою жизнь без социальных сетей и мессенджеров. А специалисты говорят, все только впереди. И, возможно, всего через несколько лет самые последние интернет-новшества будут вызывать у нас такое же чувство ностальгии, как вот такие старые громоздкие компьютеры и самые первые сайты. Илья Кочетков, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости. Ностальгия или инстинкт заставили его вернуться домой, никто не знает, но это случилось. Пес из приюта «Ласка», который сбежал 6 дней назад, снова дома. Накануне утром во время обхода территории собаку обнаружили волонтеры. Они очень удивились, ведь думали, что псины нет в живых. Напомним, 9 марта животным приюта подбросили еду с ядом. 7 питомцев погибли на месте, еще 3 сбежали. Чуть позже одну из собак нашли и тоже мертвая. Судьба еще одной пока неизвестна. Сотрудники «Ласки» надеются, что и она вернется, как блудный пес по кличке Таксер. Чувствует себя хорошо, хорошо покушал. Ну, видно, что он, конечно, вот эти 5 где-то бегал, видимо, чуть-чуть подысхудал и, конечно, мокрый, грязный. Но, тем не менее, сам факт того, что он живой, дает надежду найти и еще одну собачку, которая пропала во время ужасной потравы. А прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза — Банк Восточный. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успейте оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. На большей территории края похолодает. В Рубцовске до 2 морозов, в Белокурихе около 0, в Бийске плюс 1. В Барнауле пасмурно, ночью до 1, ниже 0, днем плюс 1. А я напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. А у меня на сегодня все новости. До встречи.